Добрый день. Мы находимся сейчас в магазине «Зима». Я сейчас покажу, где самый дешевый магазин Дудунхай сувениров. И продавцы самые лучшие. Тут сувениры, чай и все прочее. Вот магазин «Зима». Поднимайтесь по вот такому эскалатору, он, правда, не рабочий, на второй этаж. Идете, вот кафе. Называется «Улили». Вот. Вот. Тут самые-самые дешевые на всем Дунхае сувениры и прочее. Вот, маска. 5 юаней, 10 штук маски. В основном стоит 1 юань, 1 штука. Магнитики. Вот такие вот. 3 евро. Вот это вот 5 штук. Стоит всего 7 евро. У других 10 и более. 10 и более. Вот тут кафе. Здравствуйте. Вот. Тут вот все вот шелк. Дешевые цены, все самые лучшие цены. Тут все вот. Косметика. Только тут покупаем. Все подскажут, все покажут, что, куда, чего. Магнитики. 7 евро везде, 10 и выше. Тарелочки. Он не смог сделать. Вон там большой выбор. У них стоит 15 евро. Везде начинается 20-25. Большой выбор чая. И пуэр. Есть подороже, есть подешевле. Есть вот такой уже расфасованный. 100 грамм 10 юаней. Ну и у него полетело, он не может остановить. В этом какой самый дешевый стоит от 15 юаней 100 грамм. Чайнички вот. Тут 15 юаней специальные заварники. Специальные. Ну, попросили у него, может, что-то примотировать. Начинается от 15 юаней. У всех начинается 20-20 больше. Чай можно вот развесной брать, можно уже пакеты спрессованные. Есть вот такой вот пуэр. Супер. Вот, 10. Надо будет в парке учиться, а не на море. Там вот если на 9. Так что приходите. Алый Восток. Вот. Олеющего. Так что вот рекомендую самый лучший, самый дешевый магазин, самый лучший обслуживание. Если так подешевле, вот. Выбор магнитов самый-самый дешевый и самый лучшие цены. И такие, но сувениры самые лучшие. Вот на втором этаже находится. Нет, внизу первый этаж. Второй поднимаетесь. Магазин «Улили». Если у кого какие вопросы по Дудунхаю, пишите. Отвечу всем. До свидания.